Мужчина скончался в аварии в Грязовецком районе. ДТП произошло накануне около 13.30 на 391-м километре трассы Москва-Архангельск. По информации пресс-службы УМВД, 53-летний водитель на автомобиле «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя большегрузами «МАН», «Вольво» и «Скания». В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте ДТП. 15-летняя девочка попала под колеса машины в Череповце. Авария произошла накануне около 5 часов вечера на улице Ленина в районе дома 149. По информации ГИБДД Череповца, подросток убедилась в безопасности, дождалась, когда в крайней правой полосе остановится машина, начала переходить. В этот момент ее сбил водитель Mitsubishi Lancer, который ехал в левой полосе. Девочка получила ушиб пятки. У водителя были чрезмерно тонированы стекла автомобиля. Нарушители выписали штраф. Объявлены результаты первых состязаний чемпионата МВД России по многоборью кинологов. Во второй день соревнований сотрудники полиции и их служебные собаки участвовали в испытаниях «Разыскной профиль», а также «Поиск наркотических средств и психотропных веществ». Кинологи вместе с четвероногими напарниками сдавали кросс на 1 километр, искали муляжи, воспроизводящие запах запрещенных к обороту веществ на багаже и транспорте, а также проходили испытания по защитной службе. По итогам второго соревновательного дня в направлении «Разыскной профиль» лидирующие позиции заняли кинологи из Курганской, Орловской области. Третье место занимает женщина-кинолог из УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В направлении поиск наркотических средств и психотропных веществ. По итогам второго дня соревнований лидирующие позиции занял также представитель УМВД России по Курганской области. Второе место у Саратовской области, третье место Челябинской области.